четверг в Самарской области пасмурно, осадки в виде дождя и снега, днем 0 плюс 2 градуса, ночью также от 0 до 2 тепла. Ветер преимущественно южный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде дождя и снега, дневное время нулевая температура, ночью плюс 2. Ветер южный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно и дождь, днем плюс 1, ночью также 1 выше 0, южный ветер 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, к вечеру возможен снег, днем 0 градусов, ночью также 0 и сильный снег. Ветер южного направления 2 метра в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 86%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.